Можешь микрофон лопнуть? Спасибо. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной тюрьмы. Хант Вентрис по-братски на пули ждан на меня на треугольник. А я тебе истерию дам. Да кого тут чё дымажут? Сейчас я. А я только на первом боссе ему кинул. Я забываю просто. Сейчас макрос напишу. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Норд. Блин, на дробяшка чтоб упала. У креста нету пухи хорошей. Я, конечно, понимаю, что это топчик, но все-таки, блядь. Сука. Некрасивая штука, ты чего? Все вот так говорите, а потом ТЦ не абсорбит нихуя. Как ретро. А то магик или груль будет? Груль. А, ну мне КД. Ну посидишь на это в шестой пати на замене, дождешься груля. Ой, магик. Жуков, правильно? Да, вы с варм ловите жуков. Могильщик и вар с луной ловят жуков. На боссе стоит трусы, на пол даем в него. Ребахните, пожалуйста, крест по крестам, он там просит. Чё, нету 25 человек, у кого-то дживса? О, инженеры. Есть, вроде у Ленки, на каком-то персе есть. Если вы не так, совы, собьете все, да, дадите звездопад, сбейте все, все ледышки, которые видите. Причем на баф на пол поехали. Так, у нас танк один заблудился. Где? Под водой. Может, он утонул? Этот танк маленечко покажет. Нет, вот он. Да я приду, пуляйте, пуляйте, я ж на жуках. Там будет стена, вы не придете. Стена. Вот опять началось гильчать, вот это едете на 7 человек. Ой, блядь, ясно. Кто на Анубе? Я, треугольник. Ануби трусы, на пол трусы. Войд, Войд. Кидай хроносферу. Угу. Совы, где лед? Дамаш. Жуков под босса. Агро-агро, жуку. Свичнулись жуку все. Захил. Жуков побыстрее, пожалуйста. Очень долго бьете жуков. Почему только 7 человек нацелены на жуков? Объясните мне, таргеты. Алло. А ты через какой дом смотришь? Не скажу. Нас не наебет. Скажи, пожалуйста, я тоже... Эй, тебе трэш. Так, один жук вижу уже почти под боссом. Свичнулись в жука. 12, еще не вижу. 11 уже. 12, не вижу. Смотришь там? 13, еще больше. Я тебе ПС-ку кину. Зачем мне на ДК ПС-ка? Да ты скажи, главное, через какой аддон. Да я тебе... Первым называется. Не, ну это, конечно, вообще стыд. Крутой аддон. Я не знал, что он такой может.
Да, может. Там он циферка. Где-то находится. Типа возле... А у нас нету котов? Да. Нету. РДД, сбейте, пожалуйста, весь лед, который увидите. Сбейте все. Хмурый, хмурый, есть тиннер? Кинь под ДЦ. А сколько было босса процентов, когда он зарылся? Кто не помнит? Много еще было. О, ой, иннер закатили. Молодцы, хвалю. Все для тебя, друг, все для тебя. О, отлично. Все, вот босса налет. Анхилим, все мелкое говно под босса. Босса налет. Жуки вышли. Один уже под... Свичнулись жуки. Берите. Еще жуки вышли. Жуки под боссом свичнулись в жуков. Больше ДПС по жукам. Все, последняя переходочка. Сбейте все, что увидите. Паладины, пожалуйста, охраняйте кого-нибудь. Сбейте весь лед. Нету льда. Все РДД хилы стали на лед. Далеко никто никуда не убегает. Танки это, в центр встали. Может, повезет. А тотем шамановский прилив, который он регенит, если ты не с ним хватит. По-моему, он только на пати. Вот так вот, да, ДЦ без. Давайте терпите 15 секунд. Вот еще сбейте что-нибудь. Все, ничего больше нету. Клади на баблу, дайте. Так, ну Лакшми закайтит. Гримарыч, Лакшми кидай на лице. Все, босс вышел. Геру быстро сдали, добиваем. Дамаж, бро. Пошлите, да, пошлите на этого, на магика. Ой, у нас жуки. Ребят, ребят. Жуки, 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 свечи. Гим на хп. Все, добивайте босса. Агримарыч, дай, пожалуйста, БР по Лакшми. А маленький друид дай БР по Златану. А есть у шипа какой-нибудь гимн на ману? Я думал, что этих жуков уже не будет как. Как обычно, вот. Животного-то нету. Сферу рольте.
нож падает почти каждый раз. У тебя что, нету животного? Нет, я просто... Не ждали люди. Чё, магик или чё? Давайте пойдемте на магик, да, там у кого-то, потому что где нам... А, наручи, ловкость, кожа. Ой, господи, ловкость, кожа, чё несу? Ловкость, кожа, не... новый стат, апдейт произошел. Ребят, какой там кап у Афлика по коже, не подскажете? Все, зови его ловкость. Я на ДК кожу собирал, нормально было. Да я вот на Афлике тоже смотрю, в принципе, неплохо заходит. Рукавички тканевые на скорость крит СПД. Который заходит, по долларам выходим. Давайте быстрее тогда. Ух, сколько сыпется, а. И топорик 2,6. Лучше б дробяшка упала, блядь. Один с посохом, он хороший. Это чё? Это секторная гляда? Оооо. Латники, рольте спину на силу, выносливость, меткость. Я боюсь то, что мастер Кон ты не успеешь, потому что он еще второй рейд параллельно собирается, лично он добирает. Так, Грули и Магик, что-то я... Магик. Знаешь, на работу пойдете. А что ты как поздно работаешь? Ну уж спать я скоро пойду. Я всегда на работу. Сам работаю. Забыла ты все. Я ж работаю с 4 до 6 ночи. Но сейчас я хожу раньше, потому что там жарко сильно. Так, короче, завтра 12, значит, да? Бляш, на ДЦС купить. А собирать ты во сколько начнешь? В 12. Просто проснусь, со собачьем погуляю и поэтому не собираюсь. Почему нам не квадрат? Ребята, ну, куда первого Груля? Магик. А, магик. Все понял, принял. Ты же помнишь, да, печенье моя? Печенье поролишь завтра с гильдой. Знаешь, я печенье так, не ролю. Лена, дай помощника на возьму Павла с нашей гильдии. На Курина, что ли? Ага, взяла? Он уже, да. Так, я на пламя захожу, потому что на варика, да, уже. Давай. Всем пока. Давай. А чё, земля вофнулся? Кому я поездку буду давать? Возвращайся давай. Вот так вот, да? Ты на искать опять топ вот РДДшил. Чё-то все поуфались куда-то. Вот и я о том же, чё за фигня? Чё-то ты как-то их не строишь. Ладно, наверное, КД, поэтому поуфались. Что вы, наверное, будете добирать еще минут 5, да? Да побольше даже, минут 10, наверное. А, ну все, я тогда пока отойду. А кто нужен? ГДР, ДД. Жанна Агузарова, похуй какой трек. Это тебе написал? Тот. Кто мне должен? Ну это не умеет. С таким ником. Мне никто не пишет. Нет, это какая-то из этого, из наркомана Павлика. А, это-то знаем, да, конечно. Жанна Агузарова, похуй какой трек. И вот мне тоже. ДДР, ДД, похуй какой. А чё ты тогда маленького ДЦ не хотела брать? А? Когда? Ой, я тебе писал раза три, когда ты собирала Оню и Иг, и потом дальше. Значит, у меня были хуёвые хилы. Значит, у меня уже кто-то в огонь. Видишь, у тебя появился офигительный ДЦ. В чем проблема? 2-2-7 и нормально.
Или хуёвое настроение. О, а жемчужина Северного моря у кого есть? А как ее зовут? Юля? Так же, как и Твисю? Наверное. Как тебя зовут? Да. Юля, да? Меня? Да. Лена. А, Лена, а, нет. Хорошо. А то представь... Тебе нравится ник... А, точнее, имя Юля, что ли, мне нравится? Юля, они какие-то такие, ну, стервозные. Я бы, конечно, ассоциацию с этим именем дал бы, но ты потом Твисе расскажешь, у меня будет пипец. У нее взрыв произойдет. Да, да, да. И так, мой лежит. Маленький прист, давай в ШП. Вот так вот, не дают ворваться в ДЦ. Вообще не дают. Ну, мне просто не больно кто-то пишет, поэтому мне приходится тут извращаться и брать хоть кого не то. А, ну там ДЦ тебе написал 255, да? А он не писал, он просто написал, ДЦ нужен. Я подумала, почему бы и нет. Вот так вот. Я, конечно, знала, что я задену твое нежное сердце, но, понимаешь, так получилось. Не, у меня... Но ты, кстати, суровый, ты знаешь, что ты можешь себя сейчас показать с такой, знаешь, очень хорошей стороны, вот как профессиональный кубист. Да? Да, я могу, чё, пф. Я могу даже поанонсировать. А вот смотри. Ты, вот, каким это макаром? И вот таким образом ты у нас становишься опять... Топ ДЦ, врывайся. Ну, блядь, только спекнулся. Есть у кого жемчужина Северного моря-то? Почем они науки? Интересно. Я не знаю. А тебе много надо? Ну, стак есть. Сейчас загляну. Ой, господи, надо опять кромблок, что ли, сумануть? У меня нету крутых рулонов. Есть, есть. О, это кто говорит? Пламя Запад. Я тебе даже подойду. А, ты на полуострове? Да, я уже возле инста. Так, порт есть. Сейчас прилечу. Хотя я могу засумонить, ник свой. ДЦ. Один принцип вроде в рейде. Да ща я если что, могу долететь. Я уже протонулся в шатры, у меня быстрый маунт. А чё, кстати, этот, за первое убийство только давали этих, типа, элементалей, маунтов, синеньких, светленьких. Ну да. Так они же стрёмные. Да, ну прикольно, да. Такой синий. Я понимаю, а что вот эти ездил. Повозки вообще донатили, блядь, они вот такие... Если бы ездили повозки, по 150 то, да. Скорости, было бы круто. Так они 310. А, не, я думал, который ездит. Не, я маунт из Джайны-то, помнишь этот, нахуй, летающий? Ну. Синенький хер. Из звездный такой, не? Да хуй его знает. Короче, такой типа... Пришёл с ума? Не, не пришел, я лечу. А прикинь, такой маунт был бы как груль, короче, как груль на шею. А у кого-нибудь есть, слышишь, как его, с Кровавой Королевы? Сланы. Маунт. Нету ни у кого? Самый крутой маунт это, короче, этот конь, короче, скелет фиолетовый. О, спасибо. Боевой конь скелет. А ты этот видел зелененького за этот, за узду? Ну, он такой типа ПВПшный. Слича прикольная кобыла вот эта, которая летает. Тоже классно. А свеча уже заезженная хуйня. Она толстая такая, уебищная. Мне функционал нравится, я на внешний вид не смотрю. Это хорошо, вот ты, если ты в Долране типа нажимаешь, он ездит. Если ты вышел на полетку, он летает. Слышь, пизда, ты, короче, портанулся. А, вот, все нормально, картинка лагал. Не, куда вас умыть-то? Я проф качаю пока, еще не фулл инст. Та-та-та-та-та. На плащик чарку. Тую. Было бы круто, если бы она автоматом, типа, да, где летать, она летает. Но так вроде как теряет смысл. Все равно два раза. Так, тут по две, тут 14. 14.
Че, Лока, сумоним, хай ставишь шкаф, засумоним уже. Засумонили, он что-то не бежит. Я тут сейчас бегу, в Дискорд заходил. Все, Локи тут? Да, вон, что-то где-то, где-то тут. Бля, этот сумка, нет, сапоги, сумка. Тыкайте. А, 400, заебись. Тыкните кто-нибудь. Первый шкаф. На двух персонажах завал ебаный рот с этими профами. Сука, еще и выкидывается. Что за хуйня? Ну еще 5 ДД, ну давайте, давайте, быстрее. Войт, спроси ты в ГИ, может кто пойдет, но. Нас же без анралов, да? Угу. 5 ДД, да? Не, плечи на ДК анрал. Да че ты запариваешься, сейчас все упадет на приста токена. Ты знаешь еще. Он решил вас тут прийти, позаебывать. Мастер, ты что? Я? Так погнали, вон, ёп, ДД. Чё, куда она? Груль, магик. Магик, груль, точнее. Откуда ты в этой группе находишься, мастер? Я раньше был тут, потом ливнул с неё, а потом перешёл по ссылке, которую ты кинул. А какую я кинул? А! Да! Скинул ссылку-то. Лоуренс, какой еще нахрен Лоуренс? Арвийский? И мне похоже на королевское, ты король. Этот. Умность, да, и на модла этот, как его? Кому? На ДЦ. Минилай. Минилай. Ты кем пойдешь-то, мастер? А кто нужен? ДД. Ой. Могу палом, могу варом. Давай палом. Захожу а уже я... на вар, я тебе понял. Ну давай варом, чё, тут один вар. По ДПСишь хоть, я тебе ПС-ку буду кидать. Вот так вот. Так, 8. 7, 8. Посмотрим, как вы тут еще вайпаться будете. Да ну, успокойся-то. Так, кто там собирает? Бонжорно, да? Да, ты зашел? Да. Где ты там? Я сейчас там сразу. Бах. А мне сразу автоприем встает. Стоит. Вот, да вот, да, рогу, рогу. Че, Алисы нету? А, нам немножко Д, наверное, да? На рогу, да. Так, пускай бекает. Я меняю рогу и всего, что хочешь. Блин. И кота... А, вот она магика, говори, а не груль магик? Или вы начинаете с магика? Магик, груль. Магик. А, вы с магика начинаете? О, все, уже сумонимся. Погодите, да, два прока. Ща, два прока, последний. У меня будет, короче... Чарка на ботинках. Ой, на штанах. Ту-ту-ту-ту. Два прока, чего мне?
Да, этого, подтяжки. А, у тебя ледяная ткань есть? Так, 4 профессиональных прожимщика плюс чат. Тут таких нет, сколько я слышал. Я б мог бы назвать двоих, но ладно, промолчу. Я еще в жизни ни разу не прожимал, что ты сразу для меня палишь? Ну ничего. Сам спалился так. Да, да, да. Так. А чё, слышишь, а крутая чарка, со скольки там она чарится-то? 420 вроде, или 410. Ай, блядь, это 1020. Сейчас я тебе скажу, у меня есть. Ладно, хрен с ним. Потом, тут у меня и так много шмота, которого надо дизать уже. Давай сюда, я подизю. Я сам подизю. Ой, ребят, как я вовремя зашел. Вовремя это насколько вовремя? Так, чтобы вообще вовремя или не вовремя, так, чтобы вовремя? Ну, вот я так понял, еще рейд не начался, но как бы уже фул. А он до этого начинался. Все, поехали на трэш, танки пуляйте, хилим, дд, дэшим. Логично. ДЦ считуем. У нас так РЛ и рейлил на циркуле. А, да, РЛ и рейлит. А потом у него случилось... У него приступ случился, короче. Откуда? У меня нет инжина в арбитре. Еще 3 профессиональных прожимщика плюс. Всем привет. Привет. Да назначай вон да, профессиональных. Назначил с рейда. Не прожали нахрен минус ролл. Все ДЦ уйдет. Лоренс вам я доволен. Прожать. Я смотрю, вы не, вас не покидают эти привычки, блядь. Только вошли в рейд чужой, сразу орелить, да? Это чё? Мысли, а это рейд. Всегда такой рейд. Это я просто... Это... 3 профессиональных прожимщика плюс чат. А если Иисус плюс они вот нормально? Мастер, живи! Хештег, да? Бля, на киллботе поставить ПС-ку, чтобы покидывать поэтому. А ну нахуй, я свой дагрор. А тут фир кидают. А я знаю, его даже с дисплея не знаю. Не фир, это дизайнер. Еще 2 профессиональных прожимщика плюс. А что да значит профессиональные? Ну, потому с высшим образованием. А, типа в школе. Есть специальная школа для прожатия кубов, ты не знал, что ли? Там надо сдавать ЕГЭ, на. Я знаю, что есть такой канал на Ютубе. Там такой челик сидит, Void называется. Там есть видео. Смотри, маленький приз. У тебя, короче, вообще возможность какая. И надо и показать себя как мега ДЦ и как кубист прям одновременно. Так я ж тебе сказал, я могу даже поанонсировать. Ты смотри, кубист это такой, один раз прожмешь и все. Все бежать тебе уже играть. Еще один прыг. Жизнь, да, блять. Да. Кубист. А я танкист. Это хорошо, что не похуист твой. А я танкист. А все рифмируется, да? Рифмируется. Вот. Если ты танкист, что самое главное в танке? Танковать. Главное не обосраться. Так, босс у нас будет танчить печенье. Вася после трэша спехнешься обратно в ДД. Так, сейчас я подойду, поставлю меточки. Печенье, все нормально. Вообще. Давайте стоп-флот нахуй. Так, ну на присутствие. Чё ты ругаешься? Потому что устал уже. Я тоже устал после работы. Ты чё, на работу ходил? Ой, ты чё, на работу ходил? Войт вообще работает, да? Да. А можно касочку? Можно фул. Каску МП5. Ручку, блять. Так, на вот каски, накурено, кресты, значит, златан. Поставьте шкаф златан, вообще не вижу срока. Ой, тут. О, златан был у нас в гильде, помню, помню. А кто есть топовый ДПСер? Кто выдаст 500к? ПС. О, вижу, вижу. 500к. 500к. Вижу лока 267, да? Сколько у тебя средний ДПС? Да хуя! Да хуя? О.
это хуя, это окей. Как нихуя, или как? Окей. Кубисты, осмотритесь, пожалуйста, по делянке, посмотрите, кто где что прожимает. У кого IQ меньше 3, это вопрос, пожалуйста. И этот, слышишь, как лог, который балбес тебе с пула давать, не? Пэску. Мощно, мощно. У него маска, если что, 5 минут, блядь. Ну ничего, чё, я ему подумал, да, блядь. Те, кто готов, заходим в комнату. А, стаминку бафнуть надо, да? Горче, на пол. У меня есть тень. А, во. Пробафайте, пожалуйста, ханта. Так может засуманим паладина этого? Какого паладина? Он проснулся. Ну, одного паладина не было, вот он только пришел. Молодец, должен три рега. Все паладины тут. Или мне что-то мерещится? Не, да его на ФК шел, походу. Сейчас засумоним. Мне мерещится вот этот луч, он меня прорезает, короче. Подождите, паладин это не вы не достаешь. Вот раз паладин стоит, два паладин стоит. Все уже тут. Уже все тут. Поехали. А что за змея тут прыгает? Вот змеи в рейде, в курсе, блин. Да, на Гвунди парочку пригрел. Бывает. Коня бы вырубили его. О, косты бы еще кто-то запекал, да вот вообще перекинуть. Вагой бомжей. Смотри, один заткнул. Но агро сорвал. Хорошо анонсировать надо. О, минус один. Второй танк тоже бомжи, да? На пул в печеньку, на босса. Босса танчит печень. Минуты почти 30 секунд, блять, что-то долго. Да, обычно ты минуту. Сейчас поднимаем лока, пробафайте, пожалуйста, лока до выхода босса 25 секунд. Приготовились, чтоб ДПС сдавать. А мне нравится этот босс. Мне нравится. Дайте, пожалуйста, каску по локам. Мне нравится, какие фразы он говорит. Не слушай его, он плохой мальчик. Он тебя врет, короче. Он тебя заманит в переулок темный, и тебе даст пизды, блин. Ну посмотри, какой у него большой топор. Да, яйца. Пузо. Отожрался, блядь. Смотрите, нету этих, как у регов. На баф. Что все его потратили, пока вы все будете по одному. Ай, блядь, поиску забыл. Иду, бро. Иду, лови. Отображатель секунд 15. 23 секунды. Давайте ближе к своим местам за платформы, сова. Смотри, какой-то бомжевар, блядь, в том пытается сорвался. Ёпта, ну, блядь. 10 секунд. Сова. Я слышу. Прожали.
такое, там вышка сбоку. Рота, Маш. Скоро будет откидывание, и сразу после него пораженка. После откидывания шамана... А, я там где-то, я шаман. Шаман, я... Ты шаман? Да. Я шаман, я Дангера. Может, ты не шаман, еще и красный. Пытаемся нажимать поражение. Лох начал врываться, блядь, видно, это спал. Да, спал, я ему поезд покидаю. Бро, 37 секунд еще. КД у Кашама, встаньте, кто-то замените его. Ну. Куда, куда? Кашам, а он на каком стоит? Треугольник. А, замените трусы, трусы замените, пожалуйста. Еще 18 секунд. Скажите, пожать. Ну окей, маг, не буду тебе мешать. Ура, два. 5 секунд. Потолок после потолка. Поражаю. Думаете, кто сильнее, Бруталус или Мактеридон? Думаю, я. То есть ты тоже рогатый, да? Рогатый. Да. Ну, возможно. Мне кажется, Бруталус. Бруталус, это же из Хиджала, да? Санвел, да. Санвел это не Санвел, да? Ну так само это пожестче будет рейд-инст. Там прям совсем все очень тяжело. Особенно на 40 килл. Че вы добьете? А то 15 секунд до прожатия кубов. Не, не добьем, не кончим. Да добьют. Ого, ну, какие смотри, перчатки. Смотри, какое говно упало. Какая грудь, господи. Не упал, блядь. Там упало какое-то говно. Платье, ты четвертый охотник, рыцарь смерти, маг, чернокнижник. Платье? Ух ты. Да. Да ты балбеска, у тебя есть грудь, ты четвертый, наверное. Да балбеска на меня рулит. Красава, молодец. Ну это подло. Балбеска потом продавать будет, я его знаю. Давай башку-то пролю. Ты древковая. Две красные дырки надо кому? Друиды, ханты. Полспек. А бошку видишь? Это как нет, так-то ничего. Получается, блядь? Сролил балбеска в филокеру, да, ага. Понял. Ладошки, скорость, крит, СПД. Ладошки. А зачем тебе второй токен, если у тебя есть грудь? Третий спех. Какой третий спех? У Лока же один спех. А ему похуй, он сейчас будет прям продавать, я знаю просто таких локеров. Я балбески не отдала, я дала его. Мы не про балбеску, мы про афлилокера, у него есть груда. А афлилокера, дай, пожалуйста, следующему паролу. Конечно, есть грудь, потому что я раскрыл печеньку и одел ее. Так, по ладошке игрок не найден, потом передам тебе маг сейчас на следующем поясе. Не, единственное, что никогда не пойму, это ролить шмотку вторую одинаковую и типа, чтобы в ней камень переставить. Линканите мне, а все. Такие зазоры. Голова Махеридона, кольцо с дыркой, 245-е, ролить. Вот, зачем ты сказал, что кольцо там 245-е? Тем более с дыркой. Все это триггерит.
Забирай, друид. Нагибайся в тело, бревно. Нагибайся в тело босса, забирай. Нагибайся. Ты любящих нагибаться. Только когда будешь нагибаться, ты оглядывайся по сторонам. Сначала дырки, потом нагибайся. Ну, все понятно. Отверстие. Сумку тоже бери. У тебя, по-моему, нет такой. Сумку бери себе. Нагибайся. Бонус. Опять. Нагибайся молодым, блядь. Они поехали. А чего тут все в рейде 260-е? Я не понял, блядь. Ну, по квесту же, ну. Я не понял, какого хера мне передамажили, блядь. Ты хотел, чтобы 260-х передамажит? Да. Не, ну если бы эту херню не пофиксили, то я бы передамажил, ну так-то, блядь. А сколько за печати там? 150? Перчи башка, а, перчи, блядь, плечи, это 4, да? А 200... Башка делает штаны. Угу. А чё пофиксили у кого? А, такую фигню одну. Называется Т4 можно было одевать, потом прожимать, и скидать, и одевать Т10. И у тебя баф оставался. А сейчас нельзя. Блин, мне так нравится Сирус именно из-за Т4. Я всех персов захотел сделать. У меня еще остался Лок, Мах. Да давайте еще 250 чаров-то в гильдии делать. А, не, ну только 3 чара осталось. Вообще. Тебе надо водить их до 4-й ката и выше, блядь. Ну до 4-й вроде не так. Ну, пару, что там, 3 месяца, 2. И проблема перса одеть, проблема перса ката сделать, блядь. Сделать 4-й кат, все целковое закрыто на фул. 5-й, как его? Сделаешь сразу охоту, ёп. То будет там быстрее намного. Ну да, да. Надо заморочиться сделать, ну что. Так а понимаешь, что охоту эту сделаешь, и надо ее делать. Не, ну там вот эти иконы десятки, в принципе, легко. Ну, не, ну там в принципе просто, так если подумать, грудь магик очень хорошо собирается. Если... Ну, короче, смотри, если ты создашь всех чаров, нахуй, это по 1.5 часа на каждый, блядь, все 4 инстанции. То это минимум. Да, это минималка. Надо по 2 окна. Будут спрашивать, когда обещанный каражан, что мы вчера обещали. А, все, Лок? Лок, ты говоришь? Нет, этот Ретрик говорил, что мы будем еще вторую собирать. Не будет, да. Не Лок писал. Я говорю, сорян, брат. О, вон еще, блядь, приключения Грилли надо сдать, нахуй. Да, приключения что же дают кристальчик энергии? Ну, а, короче, на приста делать охоту. Ребята, подскажите, а у Дестрика там же вроде сложная ротация, да? Очень-очень. Я слышал, там что-то... Ноги поломаешь себе. Что-то типа 350 кнопок заражать, ну, примерно. Да не-не, это мало. Это только одной рукой. Я на ретрике жму, блядь, 555 кнопок за раз, при том, что я нажимаю ногой. Мне кажется, ты сверхкомпьютер. Не, я сверхдолбоёб просто. Ну, это почти одно и то же, на самом деле. Если вот так чисто подумать. А как у тебя ник, вот кто там говорит про это? Про... Я? У меня ник? Ну, мой ник слишком знаменит, чтобы его называть, так да что... Не-не-не-не, в рейде говорит. Мы не говорим о нем вслух. Это тот... Это типа говорит. Волан-де-Морт Афлилокер, а вот типа нет. Я, если что, вам не говорил. Ты не говорил, да. Это ты Афлилокер, да, вот этот? Не-не-не. Не-не-не, это не он. Нет, что ты шифруешься? Подписывайся ко мне на канал, я раскручу, ты будешь очень популярным человеком. Одну же девушку там раскрутили, блядь, да? Это интересно, интересно. Там есть гайды, как играть за все классы, кроме шамана, ханта и мага. Ну я, в принципе, сейчас вот гайд дам на любой класс. А ты всеми 10 играл, да? Приблизительно. Приблизительно. А ты танчил про товаром? 10 спектр играл. Про товаром играл? Ну, я вот только демон танком играл, если честно, так признаться, да. Кого, Келесида танчил? То есть ты Балдарам. Танками вообще не играл, да? Ну, воином я РС-ку танчил за товаром, а что? А что, големов или босса?
в обычке. Только и големы. Ну такие элементали. Ну это в Хейме, я ж тебе про обычку говорю. А, обычку, я, ну... А в Хейме? Неинтересно, но все окей тогда. Обычка это обычка. А, в Хейме... а ты пробовал? Войт, создай армса, армса танка. Ну. Да, блин, это для фана только. Ну, смысл там, ну дамаг, да ну чё? И что. Ну чё, зато не сорвут, я говорю. РБКшка там бегать не более, в каком-нибудь рейде больше. А если надо, то и не сорвут вообще, я говорю. Да это РБКшка чисто, ну. Чё, давай PvP-то тут, третий каты, ну. Чё, на бабочках тоже можно походить в армсе прото? Ну, если рейд нормально. Да не, сомневаюсь. А то в топе по ДПСу будешь. Ну, если гир хороший. Просто на Сирусе мобы очень больно бьют, даже в РБК так хорошо прошибают, капец. Как для этих мобов. Ну так там не с двуручкой, там с одноручкой щитом. И он, наверное, пробивает как сука. Мне уже говорили, что тут целка пиздец, какое сложное, блядь. Очень сложное, когда прям. Когда я пришел сюда играть, мне сказали, что не успеешь пока в танка. Нерфили уже сколько раз, капец. Когда только появилось, то там танка, мобы, шотали, там медведя, столько хп, моб просто. Единственное, что сложное целка, это только трэш. И то в обычке, блядь. Там единственное, на кого нужна тактика. А что там джоуки уже не продают квесты, ни нихера, смотрю, уже флуда нет. Продают. Что-то флуда меньше стало, да, правда. Заняты просто. Боюсь спросить, чем, да. Так, Арнеи, гильдия. Чё, тут все, нет? Арнеи, походу, Арнеи. Перешли с циркуля, походу. А ну, сейчас спрошу. Ой, фу, не называйте, пожалуйста, это название. Мне плохо становится сразу. Оно такое неказистое, вот. Мне тоже не нравится, некрасивое. Да, и вот эти пять букв, это вообще страшно. Как бы Арнеи, либо этот... Циркуль, да, это циркуль, фу. Там... фу. А там вроде 5 букв или 6, блядь? Да не суть важно. А ты сам играл на циркуле? Я? Нет, вы что, ребят? Как повезло, так можно вообще? Сразу видно, что он пиздит, блядь. Всего лишь 5 чаров, а так вообще ни разу не играл, ребят. На каком серваке? X5 или X5? На X5 играл. Ну, за шаманы. X5 я слышал, там, ну, дауны играют. Ну, это... как бы... сам играл, могу абсолютно подтвердить под этим. А мне похуй, я играл на X25. То есть ты, ну, видел, да? То есть, когда вот идешь или там... Я лично был в этом зоопарке, я тебе так скажу. Ну, X1, значит, в нем получше. Почему? Потому что там какие-то вот, ну, старые игроки играли. Там, с 2009 года, там. Вот, они там постепенно уходили. Вот вот на X100 там вообще профессионалы одни играли. Там СПДшные, да, ханты, я там... Я, короче, ханта прокачал за полчаса до 80 уровня и ушел оттуда. Чё так долго-то? Ты убил 5 кабанов, блядь, уже типа 70-й левел. Не, ну там на X100 реально прям вот хардкор, потому что там есть духовные, ханты, там СПДшные, палатины, арпалы. Ага. Да, ну, там серьезно. Конечно, не видел, но... Ох. Видимо, ты мало на циркуле играл. Ага, 9 лет, нахуй. Проебанной жизни, ну, блядь. Ну, циркуль там когда фиксить начали, вот, X5? Года 2 назад, да, с половиной, года 3 где-то? Да, когда 2 года назад я играл, блядь, на X10, потом до этого играл на X25. О, блядь. Кстати, я на X10 воином играл. Там я и танчил, собственно говоря. Я даже на X300 когда... Так, ребятишки, стоп, ну, пожалуйста, послушайте меня. Значит так, Вася, ты поддержишь первых двоих, это Крестик и Ромбик. Первый убиваем Ромбик. Маленький ДК, танк, Войд, ты поддержишь нам короля где-нибудь в сторонке. Ивар, поддержишь звездочку с печенькой. Так, у нас там хант на Арате. Сейчас я попробую до него дозваться и убегаю. Первого кого сливать? Первого сливаем бомбу. Да погнали так-то. Чё, убьём и так всё. Ладно, давайте РЧ на баф, на пол урогу пробафайте, пожалуйста. Он у нас единственный, да, бонжорный ДПС. Чё, у меня реги закончились, ребят.
Джиса вы не хотите ставить. Ну что значит, без баф, пойдем. На ком нету стаминки, плюс чат я повешу. Мы пойдем трезвыми и голодными. Есть второй прист, который может дать стаминку. А, у нас есть прист? Mm-hmm. А, ну вот, тем более. ДЦ я израсходовал все свои реги. По пристам каску дайте. Исчерпал гигант. Из-за того, что я им поставил рыбу, короче, мне один анроу на каске. Краски, раздайте, пожалуйста, кто-нибудь. Холли Пал, давай ты раздашь сейчас каски. Накуренный каску. Да, блядь, я МП кулаки раздал. Чё, перепапа? Да зачем ты их дал? Все, поехали, пиздю. Ладно, короче, сейчас. Давайте, Гер. Что, кого мы бьем? Мы бьем Ромбик. Каску дайте по ДК. Так, звезду, заберите, звезду, вар. Маленькое бревнышко, ресни, пожалуйста. Говорят, крест на вара сахарился, да? Кого ресни? Балбес кулока. Вася, гро. Вася, гро, ромби. Крестик, играем, не забывайте щит. О, блядь. Если Ранеи и тут, то это одна из такой гильдии. X5. Чего, блядь? Это да. X5 одна из топовых. Ну, они там с прайдами, в принципе, наравне были. Пошли эти грязи с печеньки. Ну, прайдов было 5 стотиков. Давай потом закончим, потом будете обсуждать. Что тут? Тут эролит-то. Ну, так, конечно, ты-то лежишь дохлый. Зачем вы их разводите? Не надо их дергать. Стоят они там вместе, пусть стоят. Король же далеко, бейте через... Король-то голый. А ты не смотри. Ну хоть в трусах. Правда, у него что-то трусы, блядь, с телом срослись, блядь. Вася, у тебя остальные танки там есть, четвертая ката, и какой там левел? Есть. И Вара, и у Палыч. И это, я забыл рубить власть, да. Может, не хочешь в целку одеть сходить на 6 боссов? Да, можно. Я пойду с собаками погуляю, попробую что-нибудь поделать, да. У тебя какие собаки? Юрики. Вау. Ну как вообще, они маленькие, да, по-моему, уже? Да, маленькие. Спрашиваю Арнеев, у вас уже было арта? Говорит, было. Куда прошли камни? Целка десятку обычку, да, блять, ладно, нахуй. Они по старой памяти. Пиздец, закинул от самого топового ДЦ приста нахуй наверх. Вообще, я сама в расстройстве. Хули топовый ДЦ стоял, блять, возле босса, нахуй. Ой, ребят, спасибо. Вон, раз, нахуй, минус второй, блять. Какой квест ориента чекнул? Че? Квест, какой целый там? Не знаю, надо чекнуть сейчас сходить после броня. Чисто по кайфу лежать. Чё там, чё упал? Да чё за печеньки? Да паладин, разбойник, шаман, плечики. Паладин, разбойник, шаман, ди. Жаль, что я не паладин, не разбойник.
И тем более не шаман. Не, ну вообще шаман в душе. Я вот в душе не ебу ПМ. Походу сейчас буду трупом, блядь. Наплысники латные, синяя, красная дырка с мастерством. Бой, живи, живи. Ставь хроносферу. Угу. Прям докерами. А Вой, главное, никогда не играл. И дробяшка вот такая нарядная, с тремя дырками на рекордом. Знакомо. Чисто по фану заберу. На дизенчант. Хант на пол дашь ДК трусы. А рога дашь на пол квадрат. Пиздец, говорят, не нужен им ретрик в гильдии, блядь. О, где? Я тут... Ты про раны это? Да. Не, вообще чувак написал, что он хз в циркуле они или нет, я так просто добираю. Ну мне же сказали, типа, ну я этому друиду писал, он говорит, типа, это... ну типа у нас ГМ в циркуле, он так-то говорил, такие легенды ходят, типа. Говорю, а где ГМ? Говорит, на неделю уехал. А я так понимаю, это гильдия, ну ты вот мистериал воин какой-то, да? А у вас какая там гильдия? Топовая, то... да? Тоже с циркуля, по-моему, да? Да нет, ну, у нас есть циркуля. Только некоторые люди есть. Тут просто пацаны сидят нормально. Нормальные, да, пацаны сидят? Да. Надо будет подумать. Вообще как-то раз к вам заходил, конечно, но как-то ну, там, что-то там не бывает такое. Ну какой-то голос твой знакомый, да. Ну, по-моему, было, я делал. Кикал с рейда челика с таким голосом, когда на Савиане наступление не снял. Такое я не помню. КД поймал, короче, на этом. Ага. На болтаре, понял. Мы убили его, он КД ставил, а на Савиане... Вот и баф раздает. Не спойте, пожалуйста, только босса. Дайте баф по рейду. Нет, это не я был. А, ну ладно. Я значит, просто тихо и мирно ушел. А кулачки можно, можно? Накуришь, накурено. И златан золотой. Короче, ребят, не бейте голову. Давайте быстрее это. Уже все, последний босс. Уже... Да, потому что мы стрим больше флудим. Ну на-то, он крик на АП. Уговорили, блин. Че, можно пулять, нет? Пиздец. Ну, нету хоть кулаков, пуляй на. Давай, пуляй. Раз, два, три. Поехали. Все, по хардкору, без кулаков. Дайте, пожалуйста, агротаймер, соситесь пока по делянке, по кругу. У, блядь. Ну чё, сейчас должен вторым быть лок. О-о-о. На пул-то дайте, пожалуйста, на трусы-то, не? Не хотим. У нас два на пул только. У вас, походу, второй на пул не в того вара дают. Дальше на пул весь идет в квадрат. Ага. Один напулил, два напулили в Вайда, один напулил в Могильщика. Нормально. Откуда у тебя взялось три, если у нас только два напульщика? Ну, значит, кто-то один напулил Могильщика. Вентрис, Вентрис, да, довод на пулю. А у нас могильщик уже не танчит. На пол него ушел, да. Значит, это на трэше где на пулу хили. Чё там этот? Смотрел Деодона, который ему скидывал, не спрашивал. Маргинал? Да. Нет, не смотрел. Точнее, я ему не скидывал.
Я ему скинул, он сказал, что посмотрим, но он сказал, блядь, у него час работы стоит 1500 рублей, я смотрю, ну окей. Ты серьезно мне напуливаешь, да? Довод напуливает дальше у могильщика, ты нормальный вообще или нет? Рога. Или он попросил у тебя, ну? Я же сказал, ему напулить в квадрат. Там товар. По-любому заплатили ему. Тут надо вару тончить как МТ, а ДК набирать ему проще будет. Да, меня бьют, у меня рага дрейжится. Когда тебя бьют, у тебя рага появляется, а когда ты бьешь босса, он тебя не бьет, у тебя ничего не появляется. Да понятное дело. Поэтому тебе надо было. Короче, ну ладно, чё ты? Ты чё, не сильный ДК? Не, я-то Бой. Сильный. Ну так вот, в чём проблема, один потанчишь. Там по кому-то будет дамаг приходить. Да ни хрена, как он побежит тебе дамаг? Как он хантата будет. Да. А почему босс не откидывает? Он по тебе этот, как удар земли через 7 секунд, потому что. А он нас испугался. Он обычно это в начале делает. Он уже откинул один раз. Все. Вот, раз. Палец. И второе. Даже не замедляет, на. Что за. На, просчитывать, конечно, всех было, ну ладно. Геру. По мне вообще дамага не пошло. Ой, чё ты так далеко-то? Угу. Ещё и сало словил, немоту. Ой, опасно ловить немоту на варе. Встань за спину мне ещё. Если ты... А, ты щитуешь? Да я щитую, да и этот, как его, ОПС-ку тут, этой... балбески раздаю. Или балбесу. Ник женский. Умность там сейчас сдохнет. Пусть сдохнет. ГП. ГП, да. ГП, да. А ЕП будет? Бро, дамаж. Держи. А кто там третий по агру? Можешь кто-то третий посмотреть? Третий по агру могильщик. Я четвертый. Авар? Авар пятый после меня. Ясно. Потому что вар как будет набирать агро, если, блядь, у него нету чем. Ты смотри, Войт умрет, если умрет. Я, конечно, постараюсь этого не допустить. Ты это притворись мертвым. А могильщик просто умри. О, могильщик второй погнал. Ну, зачем ты сразу-то притворился? А, пух. Бывает, у тебя 4, ты 4, не? Нет. А, откуда? Да не сдохну. О, какие-то ноги упали, говорят. Да, блядь. Трусы! Охотник, рыцарь смерти, маг, чернокнижник. Капец, ну что за этот, как его? На! Ни одного тура. А ему надо. Псец. А ты шо, думал? У него-то 4 освещенные, вообще-то, у Эйдора. Ну и чё, у вас взяли одежду освещенную, тело. Нихуя страшного. Алдору, у тебя же есть. Ну, вы мозг не волнует. Ну, ребят, вы отдали тело освещенному парню, у которого второе Т4 тело. Какое второе Т4? Ну, мозг не выносить. Ну, давай сниму сейчас. Алло, ты смотришь за чатами или раздачей лута, бля, что ты пиздишь там, да? Я грудь отдала антифлокеру, у него не было этого куска. Балбески я не отдала. Он наролил меньше меня на грудь. Кто? Антифлокер ваш. А Флокер был второй по ролу. Первый, на грудь, внимание. Балбес 96, антифлокер 87, Алдор 50, пламя. Все ясно, все ясно. Отдавайте кому хотите.
тяжелый. Андора, у тебя 4Т4. У меня на другой спек. Так он на один спек, да, на все. Да мне какая разница, я камни другие вставлю, у меня будет другой спек. Ты зачем нам твои камни, если у людей нету? Да кому ты? Да меня люди волнуют, что ли? Я выролил, конечно, ребята. Да ну я сролил, меня другие никто не волнует. Да я бы не отдавал тебе на камни твои. У людей нету Т4. Да не отдавай, твои. Все, ладно, удачи. Да, все. Не волнуй, все, ты должен кого-то волновать, а? С камнями со своими. Понятно, ну, ладно. Короче, все ясно, ой, ребята. Не, я просто, я бы не отдавал, охрен. Если бы я ролил. Алдора это лог, правильно? Лог, лог. Ну, какие ты там камни чё? Менять будешь? А ничего, что у лока хоть 3 спека, у него один сет, а у других один есть... Сет. Камни другие, скорость мне нужна. А мне сейчас ни камни, ни на скорость стоят. Переставь Т4 скорость. Ну ты что переставь, ты? У меня что, лишняя голда, что ли, есть, чтобы переставлять мне 10 раз? А у меня лишние токены есть, это за пределя нахуй. Ребят, ну да. Раз у вас так ролится, кому надо, значит так бы и писали, что кому если надо, тот и заберет. Они ну, просто ролят. Ты сам-то продумай, ты вообще справедливый чувак. У людей вообще ты еще у тебя уже Т4 есть, просто камни да, надо приобрести. Ребят, да, ребят, у вас ролили тело Т4, у вас все было. У тебя Т4 есть такая уже часть? У него освещенная Т4. У него освещенная все есть. Ну ему отдали уже ноги. Какой смысл вы сейчас вот это все? А, ну отдали. Ну, пускай... Лок ушел в Даларан, я отдала следующим паролу. В смысле, что ему? В смысле, так, я не понял. А кому ноги-то отдали? Ноги отдали тому, кто вырулил. Я хотела отдать антифлокер, но он ушел в Даларан. Почему? Ну и пускай камни переставляет. Я там стоял до последнего. Ну ладно, не суть. Ладно, да ничего. Выбью потом, пофиг. А, хуй, это лут не нужен. Да, что тут ты только не услышишь. Я ушел в наш. Наш здесь ушел, если что. Вот я всегда был бы против такой фигни. Если ты идешь в рейд, типа, и там реально все фуловые, у всех все есть, то тогда, пожалуйста, хоть на 100 спеков, хоть хосту, хоть дух, хоть МП5 став на лога своего. А когда ты идешь в рейд... Я бы отдал, когда я был БРЛом, я отдал бы только тогда, если бы кто-то написал в Дискорде, мне нихера не нужно, я буду ролить только на второй спек. Ну да, который... да, при таком условии. Он как бы ну не ставил известность. Ну, людям надо. У человека болит душа за эту Т4. Болит. Ну пускай заберет. Спасибо большое, что взяли маленького хила. Всем пока. Так, всем пока, спасибо за рейд. Вам спасибо.